И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на... Че там? Crystallize? Есть, я правильно помню. С модом Extinction Core, между прочим. И будет это приключение на много эпизодов. Я прям в этом очень сильно уверен. Так, что из нового? Ну, во-первых, я что-то там подшаманил туда-сюда. Ну, в общем, в смысле моды и так далее. Кит убрал. Посмотрел вики, какой существует. Да, вот сделал так вот всякое по мелочи. Металл инструмент, все дела. В общем, посмотрел, что тут у меня есть. К примеру, да, не еки. Вот, то есть, допустим, есть Транквил. Пика. Копье. Стрелы. То есть, все это есть. Можно спокойно создавать и оглушать намного легче. Что касаемо этого, это для томления детенышей, это хищников, это травоядных. То есть, когда у тебя детеныш тусуется, ты можешь томить, это я вспомнил сам. Это шапки, если не ошибаюсь, для того, чтобы типа трайбовцы тебя нужного цвета не трогали. Но также, если так прокрутить сам низ, здесь у нас есть шмотки, которые у меня не открыты. Если я не ошибаюсь, то нужно убивать трайбовцев нужного тира. То есть, допустим, желтый это, если не ошибаюсь, ткань, ну там кожа и так далее. То есть, ты убиваешь разного цвета трайбовцев, и с них уже, ну, то есть, они дают рецепты. Чтобы их завалить, мне нужно притомить, я думаю, хотя бы альфача. Я вот не помню, здесь есть ли какие-нибудь типа выращивания. Я вообще не помню, в каком... Не, вроде бы не в этом моде. Там был Динос, которого... Да, ему года накидывались. Блин, какой это мод, я не помню. Ну, в общем, был какой-то мод, где там Диноса ты своего выращивал. Именно выращивал. В Раптор, в Карла и так далее. Вот, и как бы... Да. Ну, в общем, здесь вроде бы такого нету. Здесь есть альфа, здесь есть апекс, потом будут боссы и так далее. Сёдла остаются только на альфа. Но это все фигня. Самое первое, конечно же, что мне нужно, это мне нужен летун. Так как дропы у нас здесь очень хорошие, и камон, их надо лутать, сами видели в прошлой серии, то есть смысл притомить летунчика. Летунчика притомить. Для того, чтобы притомить летунчика, нам нужно что? Правильно, в первую очередь Транквил пику. Почему пику? Ну, во-первых, она делается из наркотика и пики. Вот, а во-вторых... Ну-ка, давай сюда. Вот, а во-вторых... Хоп. Ой, не наркотика, а наркобарика. Если и пики. А во-вторых, мне этого будет вполне, по идее, достаточно. Дальше нужен будет седатив, обязательно. Как он пишется? А, ну это-то понятно, тайминг паушен. Подожди, а седатив делается в чем? А, Workbench. Оу, я титанобоу. Где я вам его высру? Ладно. Ну, мы же читерные люди, мы играем как хотим. Так, Timing Potion. Чё? Есть чё? Наркотики и протухшее мясо. Отлично. Протухшее мясо. Что у меня по мясцу? Как-то все не очень. Да, я тут какулу завалил все-таки. Разлить все. По звуку, блин, конечно, можете написать по звуку тихо, громко или нет, но
Камон, я это снимаю очень сильно заранее, и не факт, что это сработает. Но мнение свое можете оставить по качеству звука. Это прям будет нормальный такой фидбэк. Я думаю, что я не слишком много серий в запас запишу. Да. Так, мне нужен летунчик. Это у нас Shift F8. Кстати, а давай пройдемся по списку. О, да, ты посмотри, они все у меня здесь в списке идут. В списке-то есть все, ну-ка. Хоп, никого. Хоп, никого. А, не, о, альфа-грифон есть. Обалдешеньки, это здорово. Кача, никого. А, ну это кора, ты понятно. А, здесь что-то с... Ой, сколько всего. А можно мне, пожалуйста, Птера? Птеранодон. Кстати, Тропиогната нужно обязательно будет томить. Тропиогната, если не ошибаюсь, это именно летун этого мода. Кстати, Альфа Трайк есть? Я, зачем мне Альфа Трайк, если я собираюсь обычного... Трайка потом загорит. Ладно, забили. Ищем летуна. Летунчик, мне нужен птерунчик. Птерунчик, летунчик. Птерунчик. Левел. Давай из ближайших. Дистанция. 20-130. Допустим, вот 140 есть. Ну, допустим, 145-й. И что у тебя по хп? Да, по хп-то у тебя то же самое, да? По сьюти. Ну, то есть хп у тебя меньше, значит, во всем остальном у тебя лучше. А че, поближе нельзя было? Ладно. Точно, болос, надо обязательно болос взять. Болосы обязательно штучки 3 давай сделаем. Для чего? Чтобы было. А, что еще мне пригодится? А, вообще мне нужен седатив замазрячить. Для этого мне нужен наркоберик. Так, и что еще там нужно было? Уже и не помню. Наркоберик. А, протухши... А, мне наркотик нужен был, а не наркобарик. Вот это я... Ну да, потому что наркобариков у меня и так было. Это мне надо очень много духлятины. Хоп. Хоп. Ха! Вот это что за workbench. Я думал реально в верстаке. Но на три раза посмотрев список, я седатив не нашел. Такой, блин, думаю, наверное, что-то свое должно быть. И да. Workbench, это... Да, еще и Prime кожа нужна. Ну, короче, это не судьба. Так что дождаюсь. Создаю кучу наркотика и делаю седативку. Тайминг Паушен. Как говорится, долго, нутерно, но мы идем к успеху. Очень долго и очень нутерно. Но к успеху. Знаете, после того, как пособираешь наркобарики руками, задумываешься о том, а оно тебе надо это еще раз такое делать руками. И поэтому я решил все-таки сначала притомлю Трайка. С Трайком, я думаю, все-таки проблем будет поменьше в плане сборки добычи травы. Твою мать. Наркобариков 100 надо. Отлично. Хоть они еще и остались. Здорово. Так.
Отлично. Тайминг Potion есть. Все здорово. Погнали. Так, бежим, значится, на метку. Там 140 левел. Это вполне очень даже замечательно, учитывая, что в радиусе рядом только мелкие левела. Единственное, что главное, чтобы не было здесь каких-нибудь трейбанов. Вот это прям будет сильная проблемка. А мы прекрасно помним, что там были трейбаны. На нафиг, козел. Ах ты мелкий урод, живучий. Тварь. Твою мать, да чтоб тебе, тварь, икалась-то. А, кстати. Вот ты-то мне напомнил, что я ж не взял, чем кормить трайка, если чё. Ах ты, блин. Мелкий пиздюк в голову попал. Отлично. Чё ты у меня украл? А, болос украл. Ну, болос на последнем слоте тоже вполне неплохо. Так. Лишним точно не будет. Так, ну что? Ну, вроде как я никого не вижу. Зато вижу Prime Dodoshek. Вот их мне точно нужно будет притомить. Ой-ой-ой-ой. Добрый вечер. Ай, да больно ж. Ну-ка давай, радиус уменьшаем. Говорю, радиус уменьшаем. Радиус. Беготни, отлично, хвостик. Давай. Да почти ж попал. Отличненько. Блин, надеюсь, все-таки попал не в момент засыпания. Так, если не ошибаюсь, мажабенки ждать тебе почти прям норм тема будет. Из того, что я имею. Подожди, чё? Чё ты там требуешь? Так, подожди, еще раз. Еще раз. А, ну это baby food. Это явно не то. Ай, господи, это... господи, да, это шляпа. На, покушай. Это уже шляпу. Увидел зеленый, как говорится, вот и дебил. 27 ягод. Ну ты прожорливый, я тебе так скажу. Прожорливая. Ну, тоже нормас. Хоп, все, вот теперь точно потомишься. Седло на трека я, конечно же, благополучно не сделал. Потому что я дурачок. Я забыл про это дело. Но мне сейчас самое главное вернуться, точнее, притомить, вернуться на остров. Ой, добрый вечер. Альфа-птернодон. Вот альфа-птернодон я притомил бы, Корм, яйцо, додо. Интересно. Обязательно надо корм, яйцо, додо? Или же нет? Блин, это ж мне тогда ферму нужно будет, да, делать? Это беда бедовишная. А сколько там в тебе оглушения? 13,9 тысяч. Ну, допустим, композитный лук если сделаю, то с этим проблем и не должно быть. Или хотя бы стрела. Отлично, красава! Все супер. Так. Так, что, давай, ура. Лишним он точно не будет. Погнали на базу. Замды, у меня для тебя новый прекрасный дом. Вперед. Так, отлично. Подплыл поближе к базе и состряпал седло. Теперь могу сам управлять. Конечно, стало не сильно быстрее.
Я бы так сказал, вообще никак не стало. А че он трек так медленно ходит? Нет, с весом-то все хорошо. А че он так медленно ходит? Он вообще реально очень медленно ходит. Вот просто посмотри. И это на скорости. Вот это без ускорения. Нифига себе. Ну окей. Мне в любом случае трек нужен для двух целей. Первое — это на начальном этапе собирать траву. Ну а второе — у меня будет стоять генератор, который будет вырабатывать электричество, этот самый трек. Возможно, мод из-за того, что типа диносы модовские слишком быстро бегают, мод уменьшает скорость у обычных дино. Возможно. Потому что вот сейчас, смотри, на скорость берем. Да? Ну то есть вообще прям скорости нету. Ну ладно, в любом случае это уже как бы дело 150-е. Можно, конечно, немножечко подкачать скорость. Допустим, так. И пускай будет урон. Ну, чутка получше, конечно, но не сильно ощутимо. Да, я тут еще пока плавал, этого двух трилобитов замочил. Ого, а чё добро зря пропадать? Они рядом проплывали. Точнее, проползали. Ну, в общем, они теперь больше не ползают. Но зато ихний лут мне будет очень сильно ценен. Так. О-хо-хо-хо, вы посмотрите, сколько ягод. Да, оно того явно стоило. Оно того очень сильно явно стоило. Отлично. Уже лучше. Так, во-первых, отсвистываем. Во-вторых, спасибо. Отличненько. Да, на начальном этапе мне ягод хватит с запасом. Прям с очень сильным запасом. Так что о чем можно не беспокоиться. Не беспокоиться, так это об этом. Да, и немного даже таких ресурсов подбывал. Здорово. Так, а какие... Угу. У нас стрелы только вот эти вот транквил здесь есть. То есть транквил пика. То есть у меня сейчас возможность только транквил пику взять в руки. Ну, либо обычный пику. Цементной пасты я у себя не наблюдаю. Кстати, из чего она делается? Хитинчик. Сделаем обычную, точнее, транквил, хорошую пику. Подожди-ка. А ты... Workbench. Ну ладно, довольствуемся обычной. А ресурсы даром не пропадут. Ой. Ну хорошо. А, в любом случае мне нужен что? Правильно, Timing Potion. Ай, протухшее мясо. Серьезно. Вот, начальный этап. Спойлер, мид. Мид спойлер. Первый кристалл нефть. Слиток металла, цементная паста. Да, по ходу дела будем по старинке. Ждать, пока испортится. Долго же собака ждать тебе придется. Или добыть металл. Что быстрее, походу, дело будет.
Хм, жиробас. Додумался же здесь заспавниться, а? Ну это, конечно, да. Это, конечно, ты гений. Но... И мясо соберем. Ах ты, собака-то. Куда ты? Да стой ты, гад. Мне вообще-то нужно мясо. Много мяса. Очень много мяса нужно. Тухлого. Тухлого не даешь? Вот давай вот сейчас, короче, мы тебя добудем. Потом... Эй, куда полетел? А я иду в поисках камней хоть каких-нибудь. Слышу, кряхтит кто-то. О, говно налудал. А тут вот оно что. В луже заспавнилось. Прикольно, думаю. Что-то не сильно-то мясо добывается. Зато кожа до усрача добыл. Тоже хорошо. Ну да, бегаю я, в общем, пытаюсь где-нибудь камень с не только с неочищенной солью найти. Прям без шуток, очень далеко пытаюсь уже найти. Вернулся на точку спавна, можно так сказать. Да, в общем, нигде их и нету. Красный лучик. Интересно, успею... О, добрый вечер, желтый трайп. Ой, добрый вечер, еще один, наверное, оранжевый трайп. Я не знаю, но надо, короче, текать отсюда точно. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо парашюта сделать. Ах ты ж, господи. И там трайп. Надо смотреть поаккуратнее. Вот эти вот все вот эти вот трайпмены. Идите вы в жопу пока что. Ничего-ничего. И на вас что-нибудь найдем. Это что такое в воде? Я просто карал. Так. Добрый вечер. Синие же они в воде тусуют, я и забыл. Так, что там у нас? Седло. Ой, сейчас фигня. Так, и да, синие они оглушают. В общем, короче, такое себе место, если честно. А луч, конечно, тоже там какой-то говёный. Но бог с ним, давай все-таки залутаем. Мало ли, вдруг что, зачем, почему пригодится, господи. Он еще топнул так громко, я аж перестрался, думаю. Трайбман, что ли, какой? Не. Ах, ты ж собак, ты вообще в воде заспавнился, да? Главное, чтобы сильнее на меня сейчас не сагрились. Вот это будет кайф. Так, ты? А, соль. Ну-ка, ты? Ты не лутаешься. О, ты лутаешься, отлично. А ты не лутаешься, жаль. Немного жемчугом. Твою мать! Я говорил, что я буду много умирать. Ну, алло. Мне главное, чтобы сейчас трайбман сюда не прип... О, не-не-не-не, братан, ты... О, ты один. Один — это хорошо. Один — это замечательно. Вот они, киблочки. Добрый вечер. Не, ну слушай, я трайпмана разобрал, тебя тем более разберу, наверное. Но это не точно. Мне везет, я прокачанный. В этом плане это единственное, чем пока что мне везет. Я прокачанный, я быстрый, я уставший, я иду на дно. Кислород кончается. А так, о, слава богу, спасибо. А, есть что-нибудь типа, нет? Но типа плохо. Да-да-да, вы уставшие, все дела. Это я, как говорится, и без тебя знаю. Это, конечно, да. Ну, скажем так, одно радует.
Не так страшен черт, как его умоляют. В том плане, что я их боялся больше, нежели они того стоили. Благодаря моей прокачке все как бы хорошо. Выносливость. Ну, я как бы, когда качал персонажа, я не рассчитывал на то, что мне нужна будет выносливость. Начнем, пожалуй, именно с этого. Вот, о, Кастрыдес. Точно, здесь же будет, значит, бобриные хатки. Сейчас будет прикол, он просто такой перед носом. Опа, и исчезает. Я тебе говорю сейчас, вот прям на это огромный шанс, что будет именно так. Ну, давай. И сейчас вот он исчезнет. А, да пошел ты, я успел. Ох. О! Фу. Не профукал момент. Разделить все. Это самое главное. Пожрать надо. Вот что сейчас самое главное будет. Почему хаву ягоды? Потому что мне сейчас мясо самому нужно. А, в смысле, протухшее мясо самому нужно. Мне сейчас же облатно плыть. Ой-ой-ой-ой-ой. Уии. Ну погнали, чё. Облатно, так облатно. Но по пути добудем немножечко трилобитов. Ай, давай так добывать, какая разница. Так быстрее будет. Ну, я пытался тебя найти, типа, тебе повезло. Так. А вот тебе не повезло. Эта текстура точнее, непрозрачная. Так, это обычный, да, мегалодон? Ну, тоже хорошо. Живее буду. Уи! Подожди, Трайбман что ли там? Точно, Трайбман тусуется. Ну, нормально, потихоньку, полигоньку что-то додобывается. Не факт, что нужное, но бог с ним, добывается же. Ладно, погнали до дома. Ну, бешеная черепаха есть бешеная черепаха, что поделаешь? Ну, ты посмотри, какая она жирная. Ну, как бы одним словом, черепаха, ты не поспоришь. Ну, вы сами видите флажочек, да? Это ж не простая черепаха. А вот где та тварь, которую я его вызвал? Это уже хороший вопрос. А, вот ты где. Слышал? Блу и Трайбон. Тут недалеко бегали как-то Йеллоу Трайбоны. Ну, кстати, с хиблами все хорошо. Прям дропается очень хорошо. Ну, вот, скажем так. Хоть с чем-то проблем не будет. Одна проблема. Я заблудился, где мой дом. О, нифига себе. Получит, походу, дело на моем доме. Ай, мне до своего дома нужно через вот тех трайбонов проплыть. Ой. Ой. Черт, просто даже мечусь. Ой, кошмар. Ладненько. Веселье так веселье, что поделаешь. Офигеть, ты посмотри просто. Какой зеленый лучик. Мне это однозначно нравится. Построить, конечно, эту фигню. Здесь были принты, предметы. Блин, прикольно. И это просто зеленый луч. Что очень даже неплохо. А мой домик... Ха, ну да, вон индикатор моего домика. Вот, кстати, трилобиты. На которых надо обязательно охотиться. Почему? Ну, блин, ресурсы лишними не бывают. А их... С них дропаются нормальные ресурсы. Вот когда будет у меня куча ресурсов, что мне не нужно будет трилобита геноцидит. Вот тогда да, тогда можно их и не трогать.
Так-с. Ну а теперь уже можно томить птерчиком. Для этого нужно найти птерчика сначала нужного левела. Да, список теперь, конечно, грузится долго. Из-за того, что... Альфа-чей у меня там половина списка. Но все равно... пропустил. Прикольно. Термодон. Дистанция, к примеру, 130 рядом. Над водой очень прекрасная идея тебя томить. Ищем дальше. Сороковой. Ну, где-то там уже хорошо. Так. Единственное, что мне нужно состряпать вот это. Отлично. Ну что, погнали за птером. Так. Ну, тут уже по стандарту. Накидываешь болос. Берешь что-нибудь оглушающее. И как бы с этим проблем нету. Ждешь, и он томится. Отлично. О, мелкий. Так. Да, я тут за кадром сделал трайп. Потому что я забыл, что... О, скорость качать можно. Забыл, что... Трэп не делался. Ну, открякался. Вот отличненько. Теперь можно спокойно горцевать и лутать дропики. К примеру, такой дропик. Седло костра ИТС, маскировочные штаны, блюпринт, маскировочные ботинки. Опять-таки же, это снова пустынный дроп и снова маскировочного, куча всякого всего. Седло для костры ДС, по идее, прикольная штука, но... А зачем она мне? Или вот такой дроп. Ну, то есть, куча всяких ресурсов. Что немаловажно, металл, потому что что-то у меня пока что с металлом не заладилось. И главное, чтобы он сейчас не провалился вниз. Ну вот, отлично. О! Опиат. Опиат. Это же что? Что-то какая-то нужная штука была. Опиат. Я не помню. Делается из наркотика стимулятора. Wake you up. Doesn't work, Tarfa. А! Это типа поднимает что ли этого? Типа уменьшает торпор, ну что там еще про еду написано, ну черт его знает. Кстати, да, вот дефолтная гамма, вот не дефолтная гамма, то есть на кристалке с яркостью прям красота. Кто ее делал, карту вообще просто красавчик. Почему? Потому что вот яркость настроена так, как нужно. То есть вот эта дефолтная гамма, ну и как видите, все видно. А ночью я делаю 3,5 стандартные свои любимые. И просто ночью все прекрасно видно. Супер. Гоняем еще за дропиком. Ну, тоже такой неплохой дропик. Куча металлических этих. И вообще, я прекрасно понимаю, что мне нужно будет в первую очередь. Дробилку. Вот что нужно будет в первую очередь. Очень много всякого добра. Вот, и дробилка мне нужна будет прям в первую очередь, чтобы это самое добро, что правильно, перерабатывать. Потому что, к примеру, вот сейчас у меня седла всякие вот эти вот, и все. Я не знаю, переработаются они или нет, но явно мне они ни к чему. Прям вообще ни к чему. Ох, перчатки могу заюзать. Ну, допустим, дробовик. Тоже неплохая штука. Ну, дальше, понятное дело, добудется и получше дробовик. Поэтому дробилка.
нужна будет дробилка. Для этого нужно обязательно залутать металл. Металл я примерно знаю, где он находится. Вот на той скале должен был быть. Потому что помнится мне, как-то я вроде бы там пытался найти. Это единственный раз, когда я играл на сервере. Не помню, с кем играл. Не помню, с кем. Но с кем-то со знакомым играл. Короче, если вкратце, я играл на этой карте тогда, когда она появилась. И когда я смотрел вики по этому моду, по Extinction Core, то я понял, что... Так, во-первых, на пассивку. Ага, отлично. И он за мной же присвистанный. Так-т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 ак. Пошли в жопу! Воу-воу-воу-воу! Вот, я понял, что я играл тогда, когда еще не было... То есть на Extinction Core играл, когда не было этих... Ну, кстати... Вот достоялся, дебилёхонький! Не, ну и так тоже бывает! Я просто не думал, что они отсюда до меня достанут! Прям реально я не думал, что они до меня достанут! Без шуток! Нужен будет новый тер. За кадром я добуду явно нового. Альфа, Блю, Альфа, Трайбман. Альфа, Блю, Альфа, Трайбман. Альфа, Трайбман. Альфа, Трайбман, это, конечно, да. Это, конечно, бежим. Текаем, текаем. Ну, как говорится, и такое бывает. Ну, что поделаешь. Ну, а на этом уже с вами, да, пожалуй, прощаться, как говорится, на этой тупой ноте. Как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Так, там нет никого? Нет никого. Хоу! Комментируй, ставить лайки, и, конечно, делитесь моим видео с своими друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем. Вот так вот обосрались. Пока! В прямом смысле слова обосрались. Хо! Пока.